Итак, я открутил заднюю панель. Что делать, если у вас здесь вот такой винтик тройной, тройная звездочка, а у вас нету, допустим, такой отвертки и мало что сюда может подойти. Вот у меня, допустим, тоже нет. Взял длинный шуруп, сначала подготовил почву болгарочкой. С трех сторон чик-чик сделал пропилы, а потом немножко дотянул напильничком, и все, получился почти ключик. Ну, во всяком случае, он зашел и открутил. Здесь снизу такие, как защелки, нужно отцепить, потом защелочка вот тут еще сверху тоже отцепляете. Провод, значит, он тут протягивается. Провод вот здесь, защелку отводим, убираем. И появляется вон та защелочка, которую тоже нужно потянуть. И тогда вот так вот поддеть. И поднять. Все. И, значит, она тут, кнопочка западает. И где-то там цепляется, не пойму за что. Ну, назад, если ее с этой стороны не за что отцепить, а тут она как-то западает. Скорее всего, она отломалась. То есть вот эта штука была цельная. Значит, смотрите. Суть в чем, что вот этот фиолетовый пластик, он продолжался туда язычок, фиолетовый язычок, который нажимал на вот эту кнопку, он туда уходил. И тот язычок отломался, и теперь кнопка-то ходит, вот так, а тот язычок стоит на месте. Поэтому откручиваем и смотрим, что мы можем сделать. Нужно, короче, вот отремонтировать эту пластиковую деталь, как-то укрепить ее металлом, чтобы от постоянного нажимания она просто тупо сломалась. Ну, здесь обыкновенная звездочка четырехгранная. Откручиваем и сейчас покажу. Скорее всего, этот язычок отломался просто, который туда должен передавать нагрузку. Сейчас покажу. Вот так вот. Снимаем микрушку. Микрушку вытащил. И вот этот язычок, видите, он отломался. Вон там, значит, пружинку тоже снимаем. Вот кнопочка и вот язычок, который был. Кто-то с пристрастием нажимал, а он не очень крепкий. И вот сейчас нужно как-то припаять вот этот. Ну, в общем, это вся поломка. Как этот вопрос решить? Укрепить металлической проволокой. Впаять туда еще и проволоку, как-то скобку, проволоку, потому что я сейчас приплавлю его выжигателем, или сначала приклею, потом приплавлю, но уже если оно отломалось, то нужно укрепить. Чтобы держалось, нужно укрепить. Сейчас буду укреплять. Ну, а ремонтировать такие детали я это делаю выжигателем обыкновенным детским. Ему уже лет 40, наверное. Просто подвожу и подпаиваю. Но сверху просто подпаять недостаточно. Нужно подпаивать туда аж в середину. Проплавляю все,
полностью, потом это проплавленное закрываю, потом сейчас возьму дополнительно какой-то пластик где-нибудь чего-нибудь валяющегося, похожий не по цвету, а по структуре, он такой достаточно не жесткий, и наплавлю здесь больше, побольше пластика. Сюда вот это трогать нельзя, сюда пружинка идет. А все вот это пустое место можно заплавить. Ну и плюс еще. Так, ну что, я его взял. Мне показалось похожий пластик вот с такой крышки. Обыкновенно от баллончика с краски. И я потихонечку туда наплавляю. Друг с другом сплавляю. Сначала проплавляю туда поглубже, потом заплавляю сверху и заливаю этим пластиком. Он как-то так сильно плавится, ну, приплавляется. И сверху прямо будет массой держать. Вот так вот он как-то хорошо друг к другу приплавляется. Вот такой бульбой будет здесь массой, будет лучше держать, чем без него. Вот как-то так, мне так кажется. А потом еще тут проволочку вплавлю, нагрею проволочку и прямо ее вплавлю, чтобы она еще и жесткость проволочка держала. С одной стороны сейчас оно тут, ага, потом переверну, это же сделаю с этой стороны, и уже теперь и так буду укреплять полностью со всех сторон вот таким инструментом. Ну, это единственный вариант, потому что такую запчасть найти нереально, просто нереально. Ну, для начала я покажу, что я отказался от этого пластика, потому что он как-то слишком быстро плавится. И слишком хорошо, это утюг, там будет, может быть, горячее, и он начнет расплавляться. Поэтому я взял пластик от лампочки. Она светодиодная, но все равно бывает так, что она нагревается достаточно крепко. Во всяком случае, она не должна накаливаться, потому что ручка утюга тоже ж не так сильно нагревается, потому что ее ж руками держат. И вот с нее я брал, срезал такую стружку и наплавлял побольше. Нужно смотреть, чтобы форма вот этого отверстия не деформировалась, а она деформируется. Поэтому обратите на это внимание, когда будете приплавлять, постоянно поправляйте его, чтобы все-таки сюда пружинка входила. Это первое. Ну и я тут, видите, наплавил так, чтобы сверху немножко держало, ну, по всем сторонам. Ну, в общем-то, уже стало крепко. Будет, я думаю, держать. Ну, вот такой ремонт. Повторяйте. Ну, потому что найти вот такую деталь вряд ли это возможно для какого-то утюга. Ставлю, собираю в обратный. Я уже пробовал, но подходит. Тут главное ничего не увеличивать, потому что чтобы туда в пазик заходило. Ну, а так, если хотите, решил я с использованием вот этого пластика, решил уже металлом не укреплять. А обычно я какую-нибудь скрепочку, скобочку вплавляю для того, чтобы еще немножко более крепко было. Ну, мне кажется, и так крепко. Увидимся на канале. Мира вам и добра, но мира больше. Вам желаю.